Как вернуть ребенка в тренировочный режим после летних каникул? Первое, с чего стоит начать, это режим сна и бодрствования. Спать хочу. Спать хочу. Стоит потихонечку сдвигать время отхождения ко сну хотя бы на 15-30 минут в день до оптимального, для того, чтобы ребенок мог выспаться и адаптировался к ранним подъемам. Продумайте режим питания заранее. Есть хочу! Понадобятся ли какие-то перекусы с собой? Будет ли возможность перекусить где-то в общепитии? Постарайтесь больше времени уделять физической активности. Это могут быть подвижные игры, прогулки, езда на велосипеде, роликах, пробежки, все что угодно. Это не только поможет провести больше времени с семьей, но и подготовит организм ребенка к предстоящим тренировочным нагрузкам. В организации тренинга стоит постепенно увеличивать объем и интенсивность. Более пристальное внимание уделить технике выполнения упражнений. За время летних каникул дети выросли, их параметры несколько изменились, и это может потребовать некоторых корректив в технике. Ну и, конечно, стоит вспомнить себя в конце августа. Всем очень грустно возвращаться в привычный режим после летних каникул. Никакого праздника, меня сначала закрыли, потом жарить не дали, ничего не ел. Добавьте в тренинг больше игр и коммуникации. Это позволит детям несколько расслабиться и более плавно войти в привычный режим.